Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Я Рик. Ты я, такой говоришь. Я ты, Горь. Ты и Рян? Горь. Я Горь и Горь. Нет, ты сказал ты Горь, я Горь. Нет, ты Горь. Я Игорь. Горь, Игорь. Я вот так сказал. Зачем? А, да? Да, я ж помню. Ты покрутил. Игорь, он что такой? Я ж сыду. Да. Еще раз ты так скажешь. О, привет. Какой этаж нам? А, first floor, please. Thank you. Thank you. No problem, no problem. Thank you so much, man. It's fine for me. Yeah, appreciate that. Че? I mean, seriously, you know, like, I mean... Yeah, сейчас я понял. Я просто пришу, я не знаю, что такое. Да, по-моему, круто было. Да что это за херня? Антибаг крип. Это вообще он раскачал толпу. Это реально крип же. Ну еще толпа подпевает, а потом они еще его подхватывают. Ну это же вообще разрыв. Да я не знаю, я удивлен. Лоры в Рейв Кинга собрались тут. Ну это точно было. На ютубе если набрать, типа, бат, там рамбатл, типа, да, ведущий дает леща, и там это будет. Не, Monkey King должен всегда свой авторитет поддерживать. Да, это реально, если на батл добавить какого-то неадеквата, то как в Рейв Кинг, только еще какого-то, ну прям, вот кто, какой персонаж, вот самый вообще дебил какой-то полный, отбитый. Не пробиваем. Баратрум, я не знаю, например. Миньор, да. Огрмак. 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 Но Огрмак бить жалко. Огрмак самый непробиваемый. Он же ему жалко. Вот Баратрум, чисто он бы такой был. Нужен бык. Как в Race King? Бык это Бристлбэк. Ты капец тупой Бристлбэк. Бристлбэк, ты че перепутал, то тупой там начинает там задираться. Когда он даже, у него даже стойка лёгкая Бристлбэка. Да, а Monkey King такой, слышишь, чувак, там угомони свои таланты, вот это вот все. Ну и на следующий раз там Monkey King подходит там под затыльника Бристлбэку такого отцовского, так будет стойка такой. И у него шипы выскакивают, прикинь такие. Ну типа спины. Ты патч читал новый? Да, там пока. Миллион возможностей. Кентавры фиксанули, нормально. Хороший питбатли. И этого котла немножко. Погода тут не самая лучшая, я еще и выгляжу так довольно, ну так. Ты заболеешь. Да не, я нормально, я нормально. Я за Златоуста, бывало и не такое. Все потом нормально. Будут говорить, ну менеджер не углядел за игроками, стоит тут. Ну менеджер, мне нормально. Что это такое? Иди давай, 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 давай. Да давай. Куда я не пойду? Серьезно, ну что ты так делаешь? Да все, давай. Сколько мы 6200, 6200. И на фейке 5200. Что? А? Двигайся, меня будешь? Я на кире. Так двигаться надо еще кому-то, если я не буду. Ладно. Ну Абадона по-любому надо брать, Абадон имба, щиты развешивает, файт выигрывает. Ну пофиксили в этом патче, алло. Ой, да там просто замедлили койл ему, это смешно. А не только койл пофиксили. Еще что-то там, фигню какую-то. Фигню какую-то. Койл, скорость койла пофиксили и все. Аналитик команды Империя, начинающий. Посмотрим, к чему это приведет. Вы довольны потенциальным аналитиком? Лучший аналитик. Лучший аналитик.